сейчас пенная вечеринка, но мы идем на море. Воду куда-то несут. Мы сегодня решили пойти по пляжу от нашего отеля. Вот в ту сторону. Где особо отелей нет. Просто пройтись. Или есть отели, но я не вижу. А, наверное, вот это вот отель. Ладно, пойдем туда пока что. Пока нас пляжик. Мы пойдем куда-нибудь вон туда. Непонятно, вот наш пляж. С нами нет никакого отеля, но какие-то тут лежаки есть. Может, это типа городского пляжа? Я не знаю. Но вроде как отельный, типа. Не знаю, непонятно. Мы дошли до другого отеля. Я не знаю, что это за отель вообще. Ну, больше получаса это пена. Привет! Я боюсь эту чашечку, потому что, мне кажется, у меня голова закончится. О, боже! Блин! Вот. Вот это какая-то странная штука. Мне, наверное, что-то посели, чтобы фигуристы катались. Ну или что-то типа того. Видимо, готовим вот так вот сцену, поливая ее. Ну вот кошмар, господи. Сидим, смотрим фильм. Найденные нами древние машины до сих пор их под наши нужды. Они работают на каком-то очень редком топливе. Кей называет это Арикалку. Я не знаю, откуда он взял это название. Это началось в тот день, когда он нашел трезубец. Внезапно он стал говорить о вещах, которые до этого просто не мог знать. Например, что Арикалку можно достать только из...